3 ноября. Я иду купаться, заодно постирать одежду. Вообще не холодно. Ну, манипуляции какие, да? Ну да, чуть-чуть есть. Ага, не узнали меня. Ну а как человека еще к ЗОЖу приучить? А это я, Леона Лемесь. До свидания. Да ладно, сейчас. Могли бы втроем и раз съемка. Да, могли бы. Давайте. Эль, ты даришь запах орхидеи. 8 800 5 5 5. Лучше позвонить, кого-то занимать. А этот видосик может заработать еще в интернете. Это грязно. Там... Да, да, ты там не давай. Ну, одевайтесь, поехали. А, ну все, да? Ну ладно. Ладно, давайте. Да подождите вы. На счет 3. Хочу. Готовы? Да. Нет. Раз. Вы нормальные? 3. Я уже. Все, нет, папа. Я и так молодец. Майя, молодец. А с чем, черт, не шу? Смотри, головой. Бесплатно пошел второй раз. Еще немножко поплаваю. Ух. Надо прыгать. Говорите и спрашивайте. Это просто капец. Кипяток. Сварилась заживо. Сейчас еще молодильных яблочек поем. Последние дни января. Воды так много. И я сейчас буду здесь как-то купаться.
Вот здесь вот есть песочек. Намыло. Сегодня 2 февраля. Воды по-прежнему очень много. Сейчас хожу, загораю на нашей речке в Шихе. 2 февраля. Что бы мог подумать? Солнце – это кайф. Даже какие-то мошки повылетали. А у этого дерева уже сережки. Вот еще кое-где снег лежит. Вот тоже еще купальщики идут купаться, загорать. 8 февраля. А что делать? Купаться не хочется, а надо. Ну вот, сегодня я искупалась. Вот в такой реке. Эй, пора одеваться!